нажми слева кнопочку, да. Ребят, всем привет! Сейчас хочу показать вам, смотрите, в Киеве, по всему городу, есть вот такие вот, ближе сделай. Есть на прокат, можете взять самокаты. Велосипеды. Конечно, в центре города их побольше. Сейчас мы едем по Крещатику. Сейчас я вам покажу. Вот видите, в принципе, в любом месте вы видите. Я так понимаю, через приложение вы можете взять себе вот такой вот велосипед на прокат. Привет! Показывала, рассказывала о том, что в Киеве, в принципе, много по улицам. Вот я сегодня ездила, очень много во многих местах выставили велосипеды и самокаты. Вы можете взять на прокат. Вот там. Фары включи. Ой, там. Ой, как ЦУМ красиво украсили. Да, кто пиво, кто пьяный. Да. Покушала и как будто. Очень много возле КМДА велосипедов, очень много на Крещатике, очень много на Майдане. Вот когда идешь, ну, в принципе, по всему центру Киева есть велосипеды и самокаты. Если кто-то видел в каких-то других районах Киева, то напишите об этом, пожалуйста. Светлана Травел. Оставайтесь вместе с нами. Будет много интересного, полезного. Всем пока-пока.